мешает, как бы, ну, все. Не только двигатель. На полуподушку скинь. Ну, ради этого брать, знаешь, как-то нецелесообразно. Если там 10-15 стоит, хороший, который читает все, который сможет, если что, отмотать. Есть такие, нет? Нет, лавочку вообще не мотает. Что мотает? Ну, не, я не помню, что какая называется. Да и денег стоит, нормально. Волгоград, 253 километра. Так куда? До Волгоград. Не видел? Куда ты? Да, я что-то, я просто прочитал, Волгоград, Москва. 253. А до Москвы сколько? Я в Москве не знаю. 1253. 1353. Нет, Волгоград еще 960, по-моему, что ли. Красный белый, ничего себе. Да, я в Астрахани видел, проезжали этот КП. Скольки штук считается табун? Не знаю. Одна лошадь, две лошади, три лошади, четыре лошади. Больше десятка. Обгоняем, потому что еще этот ненаселенная такая трасса. А после Волгограда, я думаю, пожестче будет, когда меньше 1000 до Москвы останется. Я где-то года два назад, наверное, ехал с Волгограда. И так получилось, что попал, ну, ехал в тот день и в то время, нас то и дело то обгоняли, не то обгоняли, а все время нас обгоняли. Этот, короче, какое-то соревнование было, Silk Way, шелковый путь. Вот, и там такие квакозябры ездили, блин, ну, обгоняли нас постоянно, и по обочине, и там с огромными колесами. И эти наши там были, КамАЗ, ВТБшные эти. Да. Тоже.
тоже вот участвовали в этом. На видео где-то сохранилась там поездка эта. Причем там разные были, там не только вот, знаешь, там типа 20 КАМАЗов соревнуются. Там 1-2 КАМАЗа. По обычной гражданской трассе? Да, по обычной дороге. И на каждом светофоре, на каждом этом, ну, перекрестке, светофоре стояли сотрудники ГИБДД. По-моему, они даже, ну, типа при параде были, знаешь, там в белых этих рубашечках своих. И вот, ну, видимо, зеленую эту делали, зеленую полосу. Но были места, где мы постояли прям с ними вместе. Поэтому вот кто-то по обочине начал обходить, нарушая. А ВТБшки стояли прям это... Я прям помню даже одного этого, ну, пропустил, типа, давай, давай, езжай. Знаешь, они потом, я потом посмотрел, ну, приехал домой, или в пути даже смотрел, или когда приехал, залез в интернет, у них-то, они ехали на Красную площадь, все ехали на Красную площадь, и там какие-то награждения были, поздравления, там вот это вот все. Как соревнования устраивать на дорогах общего пользования? Ну, видимо, просто, ну, с соблюдением правил, я не знаю, как они это сделали. Блин, нам зеленый надо это 70-40, вы издеваетесь. Цаган-аман. Цаган-аман. Подфартило вообще с зеленым. Не, ну вообще хорошо, что делают дорогу. Я не скажу, что она какая-то ушатанная, убитая, да, дорога. Но делают еще лучше. Может, расширять будут, не знаю. Газ 24 рубля. Так, вот следующий бы нам еще проскочить. Вот фура, не пойму, едет за нами или уже остановилась на светофоре. Вообще не русские, по-моему. Угу. Премиум закосил под Лукойл. Цвета. Да, цвета. Красно-белые эти всякие стрелочки. Видишь, вот эти вот, да? Вон был Вадик объехать. Не-не-не, хватит. Один раз объехали уже. Слушай, одно что-то туда укатилось, да, по-моему? Да. Да я когда клал, оно перекатилось. Что у нас? По две дыни, по два арбуза. Взяли. Сколько? 33 или 38? 33. 33 и 6,6 расходов. Еще?
почти полный бак. Ну, мы сейчас, собственно, почти не проехали ничего. 201 километр. Смотри, какая мельница слева. Угу. Ветряная, да? Да. А здесь степи, здесь ветряные катят, мне кажется. А что, вот одна крутится и сколько стоят, видишь? Ну, видимо, специально остановили. Переизбыток, что ли? Угу. Или это карантин, коронавирус, забастовка? Да, да, эти дни, да? Такая, такой игра. По-любому. Ну, зато от ветра. Интересно, разрешает ли государство, правительство вот такую себя построить? Или надо будет ежемесячно налог платить? На ветер, конечно. А? Конечно, налог на ветер надо платить. Ну, собственно, да, как у нас, да? За ветер, за воздух. Воровушки с хохолками здесь какие-то. Это не воровушки, трясогуста, кто это, как их зовут. Да сколько такое сегодня стоит, интересно? Лям. Побольше, ты что, больше? Там лям, наверное, по лопасти стоит. Такую фигню поставил и ферму биткоинов. Ух ты. Да? Ферму биткоина. Вообще без этого. И там быстро за жопу взяли. Почему? Они же, по-моему, запрещены. Разве? Да. Почему их тогда продают, покупают на черном рынке? Почему их в Сбербанке нет, этих биткоинов? Были бы разрешены, они бы давно уже в наших банках были. Опять этот 178-й. Он же, да? Колюха. Недалеко ушел. Думает, блин. Видел поджималку? Да. Прям вот как будто врезаться хочет. Смотришь, ну стоит палка, блин, с тремя еще палками. А поближе посмотришь.
5 миллионов одна штука. Не знаю сколько. Загугли. Стоимость ветряной мельницы. Это генератор. Где-то здесь и переключаются часовые пояса. Вижу, он показывает 15.11, а здесь 16.11. Все. Мы уже типа по московскому времени. Так, может быть, у тебя появился этот?
же остался, да, тремовский скотч? Да. Надо снять с этого, с Шкоды, с дефлектора и по новой приклеить. Одна бобла. А? Одна бобла.
я вот не люблю вот в таких местах на трассе покупать, блин, рыбу. Потому что все на нее летит. Что там показывает? До Москвы 1175, Грачи 19, Никольская 7.
может, просто стояли, надоело стоять. Слушай, что-то много церквей, да, в этом районе? Что-то как-то еще не замечал, что в других там регионах. Не, ну в каких-то есть наверняка. Даже больше, чем здесь. Опять таксолет. Оказался в Лондоне, да, в Англии, в Великобритании, там. И едешь не здесь, а вот здесь. Мне кажется, путаница будет какая-то, у тебя в голове каша. Да. Кто, кому, чё, где уступает, помеха справа, помеха слева, чё там? Представь, вот ты едешь по левой полосе и выезжаешь на круговое движение. Тебе на круг не направо надо, а налево.
вообще написал? 16.24. Только что, да. Спрашивает там про какие-то, знаешь, эти. Впереди камера на 60. Давайте обгоню. Тормоза. Где камера на 60? Че написал? 5500. Сам он подключен. Если он там присутствует. Начинает сильнее, да? Сашка отсюда бьет.
хотя машины такие, что особо много куда не поместится. Каждой деревушке своя церквушка.
буханка, да? Буханка газует по полям. Пыль столбом. В Волгоградской области и в Волгограде.